Хотите научиться делать идеальную белковую глазурь, которая не растекается и не трескается? Этот рецепт с пошаговой инструкцией поможет вам в этом. Запоминайте и повторите в домашних условиях. Покажу вам, как приготовить глазурь заварную для украшения изделий. Она чудесно подойдет для домашних десертов, тортов, кексов или для куличей. Например, с такой глазурью легко можно экспериментировать, добавляя для аромата ванильный или миндальный экстракт, цедру цитрусовых или корицу, например. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. 1. Очень аккуратно отделите белки и выложите их в глубокую мисочку. 2. Добавьте оба вида сахара и сок лимона, взбейте венчиком до однородности. 3. Заваривать глазурь нужно на водяной бане, установите миску с белками сверху кастрюли с кипящей водой примерно на 7 минут. 4. После начните взбивать миксером сначала на медленной скорости. Вкусняшки, подписавшимся. 5. Постепенно скорость увеличивайте. 6. В результате получится вот такая идеальная глазурь для украшения вашей выпечки. Ставим лайк и подписываемся. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Яичный белок, 2 штуки. Сахар, 80 грамм. Коричневый сахар, 45 грамм. Сок лимона, 1 чайная ложка. Количество порций, 1. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх, и спасибо за просмотр. Всем пока!